И снова здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Карлик в свитере. И сейчас мы будем проходить Duke Nukem Time to Kill. Начнем, дорогие друзья. Все-таки мы именно за прохождением пришли, а не за просмотром этих демо-роликов. Да, здесь есть выбор. Да похер. Ладно. Начнем, пожалуй. Да, ты прав, Дюк. Время убивать. Так, ладно, что там у нас? Боевой дробовик. Типа убер-девайсина, способная замочить вот таких вот хряка-копов с одного выстрела. Ну, все, полные патроны, это хорошо. Хотя, с другой стороны, что там, пистолетные-то патроны? Так, все чисто. Врубаем. Опа, привет, свинюшка. Не, ему хватит. Ладно, что-то у нас. Опа, мега ДНК. Зашибись. Но я лучше применю ее потом. А то у меня сейчас не полное здоровье. Лучше, если у меня будет 150, а не 137. А ну-ка кыш отсюда. Бобруйск, я сказал. На салатопенный. Ты что, типа такой уникал, да? На салатопенный животное. Не, ну логично же. Это свиньи, да? А из свиней что, кроме мяса, добывают? Сало. Сало добывают. Поэтому логично отправить их на салотопенный завод. Хотя сам я, если честно, сало не очень-то люблю. Да, тебе это точно не помешало, Дюк. Ага, вон еще несколько. Ой! Извиняюсь. Извиняюсь, дорогие друзья, за то, что я помешал вам подстрелить меня. Блин, Дюк, ты куда стреляешь, а? Еще один. На салатопенный животное. Что ты сказал? А, он вроде сказал I like bacon bits. Люблю отбивные. Не ты один. Хорошо. Теперь сдвинем эту тяжелую хренотень. Эврика. Гатлинган. Суефа. Хедшот. Да, согласен, Дюк. Блин, а что вообще значит BKA? Не знаю, но, наверное, что-то очень неприятное, поэтому лучше не спрашивать. Посмотрим, что у нас там. Вообще, заметьте, как он ловко ползает по всяким там лесенкам. Годная игруха, хорошая. Игруха моего детства. Как говорится, та самая поправка тех самых времен, когда упор делался на сюжет и на геймплей. И никто не задрачивал графику. Ах, да, точно. Мне это нравится. Ну, что я могу сказать? Да, тут сказать нечего. Ты такой гладенький, как терминатор, блин, Т-800. Не, даже еще глаже. Уж больно у тебя гладкая кожа, да даже морщин нет. Не натурально как-то. О, прядь, чуйха. Ёкарный. Ну, японский барабанщик, а? БДСМ-ка. Не нужно меня хлестать. Свет я выключу и... Пай бомбы, зашибись. Пока, дамочка. Было приятно посидеть. Ой, ё-моё, давай, Дюк, беги. Ой, ё-моё, она меня чуть не отхлестала.
Вот прикол был бы, если бы отхлестало. Да, Дюк, тебе это нравится. Смотри, не подсадись на это. Та-дам! Люблю этот секрет. Опа. Ладно, что тут у нас еще есть? А, да, точно, там ведь еще. Еще одна симпатичная ДНК. О, посмотри, какая она классная. Так привлекательно выглядит. И судя по всему, вкусная. Если он с таким удовольствием ее хавает. Но с другой стороны, это же кусочки дюка, чё ему их не хавать-то? И кто бы мог подумать, на PlayStation все-таки было это самое. Да. Ну да ладно, это я уже отвлек. А, это ты. Блин, козел меня поцарапал. Ты меня поцарапал, гад. Насолотопенный. Утекай. А, что такое? А, Subway Security Card. Хорошо. Годно. Аптечка, она мне уже не пригодится. Ладно, что там у нас? А что мы еще подобрали? А, да, точно. Трубка бомбы. Все-таки они гораздо лучше, чем бо-бомбы из Марио. Помните их, а? Ну, кто-то, наверное, помнит, а кто-то нет. Зашибись. Да. Пора уже завязать с грибочками. С другой стороны, я же их и не ел ни грамма. О, мы уже в Сабвее. Так, ну, наверх идти смысла нет, так что пойдем вниз. Храбро мы идем вниз. Вот это сюда нужно? Да, сюда втыкнуть с умным видом. Что? Re-entry point? А, это типа чекпоинт. Ну, типа того. Что за херня? Ну, когда вот такой умный. Опаньки. Приветик, ящерки! Да, мне еще не приходилось их встречать. Но это, наверное... Это, наверное, наподобие тех рядовых из Duke Nukem 3D. Помните, они еще летать умели? Вот я Duke Nukem 3D тоже проходил на PlayStation. Только называлась она не Duke Nukem 3D, а Duke Nukem Total Meltdown. Здорово, мудила! Я пришел раздавать поджопники и жевать жвачку. А, да, у меня жвачка кончилась. Да, ты прав, Дюк. Пришло время заставить эту крошку двигаться. Интересно, что он имел в виду? Трамвай. Ну, конечно. Хотя, минутку, это не трамвай. Да кому какая нахрен разница? Не повезло, дружище. Насолотопенный. Минутку. Ух ты! Те самые объективы кинокамер. Ну, в смысле... Ну, вы поняли. Так, что тут у нас? Что там за конструкция на ножках? Так, тут вентиль. Какое-то помещение. Охрен... Заткнись, Дюк. Я не хочу двигаться. Сколько патронов. Замечательно. Просто зашибись. Так, что тут у нас? Блин, вообще непонятно, какая-то конструкция. Ладно. А тут что? А, вот это телепорт. Это я понял. Забавно. Кто бы мог подумать, что тут есть телепорт. Ну да ладно. Все на борт! Фееричные фразочки. Почему свет погас? Ну, блин. Знал же я... Знал же я, Дюк, что нельзя тебе доверять управление трамваем.
Ну, собственно говоря, это конец первой вводной серии. Ах, да, я уже вам не перевел. В общем, слушайте, время убивать. В последний приход. Короче, когда мы последний раз видели Дюка, он покончил с надиранием задниц. Но пришельцы вернулись еще больше. Разрушением истории они вынудили Дюка выйти из своего мирного образа жизни ненадолго. Соберите энергокристаллы, активируйте временной портал, найдите крошек. Да. Типичные пошлые шуточки Дюка Нюкема. Итак, с вами был Карлик в свитере, и мы проходим Duke Nukem Time to Kill. Встретимся в следующей серии.